Около 50 тысяч госслужащих должны предоставить отчет о своих доходах до 31 октября. На заседании Кабмина обсудили вопрос привлечения к ответственности чиновников за ложную информацию в ходе электронного декларирования. Премьер Владимир Гройсман поручил Нацагентству по предотвращению коррупции еще раз проверить все технические и юридические нюансы, а Минфину закупить необходимое оборудование. По словам главы правительства, не должно быть никаких спекуляций по информации, представленной в декларациях. Я хочу акцентировать внимание на том, что на 31 октября у вас должно быть все идеально заполнено. Это ваше стратегическое задание. И я так понимаю, что касается госпецсвязи, они помогают вам и будут поддерживать и в дальнейшем, чтобы не было никаких сбоев в работе.